Обращение «Спасти умирающего ребенка-инвалида» направлено прокурору Саратовской области. Но вначале авторы письма обратились за помощью в нашу редакцию. Сюжет о случае в Татищевском районе мы показали во вчерашнем выпуске новостей. Речь в нем шла о ребенке, который родился в результате инцеста. Мужчина стал сожительствовать с собственной дочерью. В их семье уже трое детей, последний из которых инвалид с рождения. Фотографию девочки, истощенной и лежащей на полу, сделали соседи. Ее они также прикрепили к обращению, которое разместили на сайте «Лица губернии» и направили на имя прокурора Саратовской области.